в его биографии и в его трудовой книжке помощник сальдо – это официальная должность. Ну, помещник мэра – это официальная должность, вот, которая в любом случае нашла бы отражение в той трудовой книжке, которую он имеет. Вот. Он был специалистом в загальном отделе, насколько я знаю, вот, насколько я помню, и трудовую свою деятельность в органах исполнительной власти закончил то ли в 2007, то ли в 2008 году. А он, как человек, работающий в органах исполнительной власти, естественно, имел с ним взаимоотношения. Как любой человек, который работал в городе. Я, как депутат, который тоже был при сальдо, депутат городского совета, тоже имел взаимоотношения с сальдо. И любой житель нашего города, по большому счету, имел взаимоотношения.